Я думаю, вы меня в таком виде еще не видели. И помимо меня в таком виде, у меня тут есть еще... Сюрприз! Есть еще сюрприз! Есть еще другое. Сюрприз из Кишинева! Из Кишинева! А Аня вот такая вдруг стала сегодня красота. Да, ну если честно, я решила поэкспериментировать, но мне этот эксперимент не особо нравится. Хотя все говорят, Аня, прикольно, классно, там мама вообще в восторге. А мне как-то вот непривычно. Ну, есть момент просто непривычной неожиданности такой, что вдруг раз, и вот такая... Ну, вообще очень хорошо. Вот прям очень хорошо. Леночка приехала! Киев! Мы теперь ездим друг к другу. Видите как? Да. Интернет, Инстаграм, Ютуб сближает. Это для Ютуба. На память. На память, да. Я первый раз в гости. Надо брать было 1000, наверное, мелких монет из разных стран. Но меня таможня бы с таким количеством металла не пропустила. Поэтому вообще очень все колоритно и очень все классно. И Аня сегодня такая классная, такая душевная, такая роскошная, такая милашка. Кудряшка с ее сегодня. Ой! Ой! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, какие вы молодцы! Смотри, твои замши будут пыли. Ничего страшного, вот эти замши здесь я оставлю. Столик с весной вас. Привет! Привет, ты котеночек! Ой, какие цветочек! Я тебе кое-что принесла, подарок, держи, посмотри. А что надо сказать? Спасибо. Да, пожалуйста, здоровье, иди, я тебя поцелую, иди, я тебя поцелую. Ай, ты такой зайчик, ты так уже вырос, ты такой кабасик уже стал, даже с января он как-то так округлился. Помнишь? Леночка красится. Да, помню. Его, по-моему, уволили тогда, нет? Да нет, наоборот, он стал очень всемирно известным. Это я рассказываю сейчас про ситуацию, которая несколько минут назад творилась у Ани дома. Есть такой пока ролик, я детей не выгнала. Ролик в Ютубе есть, как сидит какой-то политик, по-моему, Америка или Великобритания, я не знаю где, и рассказывает там про какие-то политические ситуации, и вдруг у него открывается типа в кабинет его дверь, а он у него все в кабинете, как будто бы он в суперклассном офисе в Пентагоне, вообще не знаю где. И вдруг открывается дверь, залетают дети в ходунках, и за ними такая филиппинка-няня хватает их. Здесь примерно было то же самое. Я предложила Ане снять ее один день, и чтобы все было понятно, каким трудом это все достается. Просто, чтобы вы понимали, я вот тут как бы и хочу с Леной время провести, и поработать, а и Лена дети, и в общем куча всего. Лена села за Анин роскошный стол, видела то невероятное количество разных приспособлений для лица и всего тела, и я поняла, что я могу идти и стать вдруг нечаянно мисс мира. В нашей стране возможно просто стать президентом, как бы так просто, идя по улице практически. А что там мисс мира? Зашел к Ане и все. Я вообще... А ну смотри в зеркало, я... Да, вот так вот сделаю. Я еще не докрасилась, подожди. А ну еще смотри. Я еще вице-мисс. Сейчас буду почти мисс. Как его равнять? Развернись его, наверное, вот так, если получится. Давай сюда. Все? Вау, сейчас нам какой выехать. Большой. Коробку давай сюда. Коробку можно. Или ты там писать? Стоит. Можно сверху открыть. А что это такое? Генератор. Ого. Чтобы он высох, а то он мог. Два генератора? Нет, это генератор для большого дома, это Таня и Денис. Может быть, у них куплю, если они мне его продадут. Вот. Ну, прикольно, он очень большой, он как раз, если вдруг выключится свет в, как бы в селе, то можно включить будет этот генератор. Поставить его, в принципе, можно будет за гаражом, как вариант. И, кстати, да здравствует свет, в доме есть свет, и вон в комнате Демкина горит. И вон в тех комнатах горит, наконец-то, и в гараже горит. Так что как-то так. А мы сейчас с Ленчиком едем гулять, а маму с детками оставляем дома. Так что я все успеваю. Я забыла снимать вчерашний вечер, день и отъезд Лены.
На самом деле так было прикольно. Лена мне вчера говорит вечером: «Ань, ты же ничего не снимаешь». Я говорю: «Точно», говорю, «я настолько вся в тебе, в нашем общении, в наших делах, в наших разговорах, что, говорю, я вообще забыла». И я только в Инстаграм подписываюсь, чуть-чуть поснимала, поэтому вот как бы так. Сейчас мне пишут очень много комментариев, очень много писем в директ по поводу видео, которое вышло... Фотографии, мы смотрим с мамой, комментируем. Я не думала, что будет такая отдача от вас. Оказывается, вам очень понравилось это видео. Очень-очень-очень. Это так приятно, вообще очень здорово. Вот. Я сейчас под школой, жду Доминику. У меня как бы я бегом-бегом везде, кругом. Новая почта. Я сейчас с новой почты забрала заколочки, девочки. Сейчас же тренд заколки с жемчугом. Ну, как бы с жемчугом. Я заказала через интернет, Инстаграм. Сейчас... Там недорого, 300, по-моему, с чем-то гривен отдала, но на фотографиях красивая, как она в жизни, не знаю. Сейчас откроем, посмотрим. Вот. Ой, как красивенько. Вот так. Вот. Инстаграм здесь. Сейчас. Вот такой вот. Если вам надо, ставьте на паузу, записывайте. Так, и раскрываем, посмотрим. Сейчас сразу и примерю. А! Вы видели меня с кудряшками? Чего я включилась? Хотела вам рассказать. Вы видели меня с кудряшками, кстати, как вам? Понравилось, не понравилось? Я сделала кудряшки в целях, знаете, как просто эксперимента. Мне очень захотелось посмотреть, какая я буду с ними. Вот, и я на следующий день, то есть на следующее утро, сразу же помыла голову. Почему? Ну, во-первых, я спала на одном боку, и один бок примялся, другой нет. В общем, я смыла их. Как эксперимент вроде бы неплохо. То есть всегда, ну, можно попробовать и посмотреть на себя со стороны. Но я вам скажу, в Инстаграм, опять же, я вам показывала. У меня... Сейчас я после салона. Я была в салоне, и волосы чуть привела в порядок. У меня просто жутко... Они, ну, они как бы были у меня посечены кое-где, ну, на концах, там, вот где-то такая длина, мне сказал мастер. Вот, и накруткой я способствовала ухудшению их внешнего вида. И я позвонила в салон, говорю: «Девочки, я знаю, что есть такая процедура, чтобы чуть-чуть их привести в порядок, можно вот так вот жгутиком, ну, получается, скручивают вот так вот волосы, и те, которые волосики... торчат, их ножничками обрезают». Мне, в принципе, так и сделали. И вот сейчас я после процедуры, видите, волос не так много, но меня она обрадовала. То есть волосы поредели после этой процедуры. Под машинку она сказала: «Ни в коем случае не стричься». То есть есть такая процедура, когда делают под машинку. Я сначала не поняла, в смысле под машинку. Я пошутила и говорю: «Под машинку это типа 0,3 миллиметра, типа на лысо». В общем, нет, это такая процедура, когда ваши волосы загоняют в такую машинку и как бы, ну, убирают то, которое вылазит. Но это если у вас густые волосы, тогда да, потому что если сделать это моим волосам, то я вообще... Что я хотела сказать... Если вы хотите экспериментов, можете попробовать, но я поняла, что моим волосам, во-первых, требуется дополнительное лечение, питание, увлажнение, уход, спать надо чуть ли не в шапочке, потому что вот я поговорила с мастером, и она сказала о том, что, Ань, говорит, надо... Вот когда ты спишь, например, говорит, я увидела, что ты спишь на этой стороне, потому что здесь волосы более повреждены, чем здесь. И это правда, я здесь больше сплю. Ну и так далее. То есть сушка феном, плохая погода, там плохая, например, расческа. Я вот думаю, я так ухаживаю за своими волосами. Если бы я этого не делала, я бы, наверное, вообще лысая была. Вот, я, кстати, была в салоне, и мне Марина передала, мы должны были пойти с ней вдвоем на одно мероприятие. Фрамесси, вот это вот уход. Это такой как пробник, и я хочу попробовать. В общем, надо поухаживать за волосами. Так, открываю. О, мои девочки идут. Доминика с подружкой, я их буду подвозить. Хотела вам быстренько показать заколочки. Вот такие вот. О, Ника говорит: подожди. Вот. Получается вот так. Да. Ай, мне нельзя. Оно мне травмирует волосы. Сейчас.
Ну так она так туго, как раз, чтобы не спадала. Получается как-то вот так. Ну только неправильно я здесь сделала, надо как-то по-другому. Ну короче, девочки стоят, меня ждут, и я тороплюсь из-за этого. Красиво не получается, вот, вот это, кстати, тоже травмирует волосы. Все, уже повыдирала. Ну вот-вот. И еще две маленькие такие заколочки. Все, вам покажу. Вот такие вот. Вот так. Хочу снять видео про волосы, если успею. Мы сегодня с Никой идем на предпоказ. В общем, если хотите, оставайтесь со мной. Буду очень рада. И пишите комментарии. Очень люблю читать ваши комментарии, отвечать на них. И подписывайтесь на мой канал. Ника не захотела ехать со мной в кино. Знаете почему? То, что он сказала, что она не хочет смотреть сопливый фильм о любви. Представляете? Никогда не думала. Фильм называется «После». Это о девушке и парне. На самом деле, да, это фильм подростковый, но я иду для чего? Я хожу на предпоказы для того, чтобы вам рассказывать, стоит ходить или нет. Но я скажу честно, я люблю такие фильмы. Я романтик в душе, такой жуткий, глубокий, и мне нравится. Никогда не хочу, я лучше книжку почитаю. Я прям горда за нее. Вот. Ну, знаете, почему горда? Потому что она ставит правильно приоритеты. Она говорит, я не буду терять время на фильм, который мне изначально не нравится. И прям вообще, мне так это понравилось. Я молодец. Вот. Что я хотела сказать? Что я иду в кино одна. Я даже не звонила никому из подруг. В принципе, обычно хожу с девчонками. Но сегодня решила, что вот такой вот грустный фильм я буду смотреть одна с попкорном. Я не знаю, конечно, грустный он или нет, но судя по трейлеру, который я видела, вроде бы да. Любовь, расставание, что-то такое. Я после кинотеатра выйду, вот, и я вам расскажу. Или не расскажу. Подпишитесь на меня в Инстаграме. В Инстаграме я точно расскажу. А на этом я свой влог закончу. Вот такой он у меня получился развлекательно, слегка информативный. Потому что все-таки про волосы, девочки, имейте в виду, плойки тоже портят волосы. Я поняла, что химию я на свои волосы категорически делать никогда не буду. Хотя когда-то хотела. Я очень люблю кудрявых девчонок. Очень люблю. Я люблю людей, которые вот с барашком на голове. Вот прям мне очень нравится, я всегда себе хотела. Сейчас вот я выложила в Инстаграм фотографию, где я лежу в постели с барашком. Круто, но не мое. Не мое, мне все-таки больше нравится, когда вот они прямые. Всегда мечтала о барашке. Это ж надо. Вот когда попробовала, убедилась, что не мое. Так что пробуйте. Пробуйте, экспериментируйте, если хотите сделать тату, сделайте хной, походите, присмотритесь, поймите, чтобы не делать ошибок. Всех люблю, целую и до новых видео. Пока-пока.